Евгений Скращук, студент Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, будущий педагог математики. Не понаслышке знает, что такое работа с детьми. Пятикурсник не терял времени даром, набирался опыта в будущей профессии, проводя лето в детских лагерях. Общаясь с ребятами, выступая в качестве наставника, организатора и куратора отряда. 3 года такой практики, и юноша, активный БРСМовец, с новыми силами и идеями вновь приступил к работе. На этот раз студенческие каникулы он проводит в оздоровительном лагере «Верба» Каменецкого района. Юноша убежден, такой способ времяпрепровождения самый, что ни на есть, полезный. Очень нравится работать с детьми, но еще больше нравится работать с опытными воспитателями, которые уже знают толк в этом деле, могут научить чему-то новому. Здесь и площадь такая большая, и коллектив намного интереснее, сплоченнее. Всегда поможет. Тут отряд — это у нас как неотъемлемая часть, поэтому они у нас каждый год, каждую смену. Конечно же, молодежь — это всегда интересно, это что-то новое, перспективные, веселые, с новыми какими-то идеями, вот, живые. Спортивное, интересное, мне очень с ними интересно. Непосредственную помощь в трудоустройстве таким же активистам БРСМ, как Евгений Скращук, оказала Брестская городская организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Применить на деле организаторские способности, принять участие в разработке плана досуга для детей. И это не полный перечень возможностей, которые появились у студентов этим летом. 3 студенческих отряда, в составе которых лучшие представители молодежи Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, попали в лагерь «Верба». Огромное спасибо, хочу сказать, оздоровительному центру БелЖД, который уже не первый год идет на навстречу и дает нам возможность отправлять студентов на работу вот в это вот учреждение, в это летнее учреждение. Хотелось бы отметить еще одну организацию, это открытое акционерное общество «Брестоблресурсы». Второй год подряд они предоставляют городскому комитету БРСМ места для работы в студенческом отряде. В этом году их будет порядка 300. Это сервисные отряды, общее количество человек в них будет 300. Очень приятно, что в непростые времена предприятия, которые находятся в городе Бресте, идут навстречу и предоставляют молодежи города Бреста, студентам высших учебных заведений, студентам среднеспециальных учебных заведений рабочие места. БРСМ, он непосредственно формирует отряды, подбирает кадры из желающих студентов отрядов, ну а из сотрудников университета подбираются руководители. Бонус, потому что можно и поработать, и отдохнуть. Активисты БРСМ в жаркий сезон трудятся и в других оздоровительных лагерях. Многие из них нашли себя в рядах стройотрядовцев и в коллективе сервисных отрядов. Трудовое лето в самом разгаре, и каждый из представителей молодежи сможет реализовать свой потенциал. Главное желание. Судя по всему, у этих ребят оно огромное.